Сегодня 14 декабря 2014 года. Меня зовут Светлана. Я приехала из Москвы. Первый раз я посетила Академию народной медицины 3 года назад. В принципе, я приехала с диагнозом очень редким, трудноизлечимым. Это заболевание крови, апластическая анемия с ПНГ. Это пароксизмальная ночная гемоглобинурия. В принципе, медициной не лечится. Болела я давно, с 2005 года. И, в принципе, медицина расписалась в собственном бессилии, потому что мне было предложено только ежемесячная трансфузия с ежемесячным понижением гемоглобина до 60 единиц и только медикаментозная помощь во время моих обострений. Конечно же, были обострения. И, в принципе, были моменты, когда была на грани жизни и смерти. И когда мне сделали очередной анализ, что диагноз подтвержден, что это неизлечимо на уровне ДНК, я подумала, что неужели не найдется другого способа? Такого не может быть, потому что я хочу жить. И я начала искать эти способы. Я, в принципе, приехала первый раз в Китай для того, чтобы почувствовать, может быть, магию китайской медицины. Потом поехала в Индию. Потом были другие искания. Но дело в том, что не то, чтобы это мне не помогало, не было процесса завершения моей болезни. То есть рецидивы повторялись вновь и вновь. И тогда я задумалась, что, может быть, еще кого-то нужно поискать. И во сне мне пришло слово одно – полярность. Я начала искать в интернете, кто же мне может помочь по этому слову. И я нашла Александра Горецкого. Честно говоря, я поверила ему с первой встречи, потому что он мне четко сказал: «Я тебя вылечу». И на тот момент у меня не было другого варианта, и я рискнула. С первых процедур я поняла, что процедуры – это полная противоположность тому, что мне разрешают врачи. То есть массаж, сауна, обливание холодной водой, солярий – это полностью противоречило советам докторов. Но я рискнула, потому что я понимала, что масло – это практически элемент аюрведы, а китайский массаж – это, в принципе, китайский массаж. То есть я поверила в эту методику и начала процесс. Конечно, он был нелегким, это было трудно, были воспалительные процессы. И почувствовала я не сразу себя хорошо. То есть в течение 1,5 лет я приезжала 3 раза по 20 дней. Это были курсы моего лечения. Но по прошествии этого времени я полностью отказалась от трансфузии, что невероятно для моих докторов. И сейчас, на сегодняшний момент, я чувствую себя полноценно здоровым человеком. Да, я сюда приезжаю 1 раз в год, но это уже для поднятия иммунитета, для очистки, для полной очистки организма. Я пыталась это делать дома, но, к сожалению, не получается настолько полно, насколько бы, как я чувствую себя здесь. И еще один момент. Есть побочное действие. Как говорит сам Александр, это омоложение. Действительно происходит чудо. Потому что воздействие всей методики идет через кожу. И плюс внутреннее очищение. И кожа становится гладкой, разглаживается. И чувствуешь себя хорошо. И действительно выглядишь моложе. Я хочу всем тем, кому хочется найти способ своего излечения, подтвердить, что действительно эти процедуры действенны. То, что предлагает Александр на сайте, это действительно существует. И на своем примере, и на примере других пациентов я могу сказать, что если есть желание, то можно дойти до конца и выздороветь, полностью выздороветь. Это невероятно. И сейчас, вот, когда я прошла этот путь, я пытаюсь помочь всем, кто желает. Я являюсь
добровольным представителем фирмы в Москве. В Москве нет филиалов. Есть только единственный вариант – это в Польше. Но люди, которые хотят добраться, хотят знать, как туда доехать, что там делать, я могу объяснить. И желаю, чтобы все, кто хочет выздороветь, нашли свой путь. Конечно же, можно сравнить лечение в академии с каким-нибудь санаторием. Но дело в том, что я на моем опыте, когда я побывала в различных санаториях, и в Карловых Варах, и в советских санаториях, я могу сказать, что никто так не занимается с пациентами, как здесь. Здесь очень интенсивный курс. С утра до вечера процедура. При этом пациент занят и должен работать сам над собой, независимо от того, что он получает практически целый день воздействия других процедур. В комплексе все дает такой потрясающий результат. Это воздействие, энергетика, составляющие процедур и компоненты. Все вместе с небольшими секретами дает выздоровление полного, дает полное выздоровление организма. И независимо от того, какой диагноз, практически механизм работает над любым диагнозом. И происходит излечение любого заболевания. Я хочу обратиться к тем, кто хочет быть здоров, и к тем, которым уже сказали, что они обречены на болезнь пожизненно. К сожалению, это не так. И тем, кто ищет методы излечения, я могу подтвердить, что это один из способов стопроцентный для выздоровления. Попробуйте. Пока вы не попробуете, не дойдете до конца, вы не можете оценить всего того, что произойдет с вами. Нужно верить и пробовать. Это подтверждает и свидетельствует примеры со мной лично и с другими пациентами. Немаловажный момент требования Александра Горецкого для своих работников является их собственное здоровье. Поэтому все работники фирмы тоже используют, проходят все те же процедуры, что и пациенты. Это происходит потому, что для того, чтобы вылечить пациента, нужно ему не только сделать просто механически какие-то процедуры, а вложить еще кусочек своей энергии. Поэтому, наверное, все компоненты, которые соединяются в процессе лечения, плюс энергетика каждого, кто ее передает, дают потрясающий результат. Могу подтвердить, здесь вам окажут помощь. Я хотела бы еще сказать о том, что напомнить всем. Для того, чтобы сделать какое-то дело, нужно его завершить, то есть дойти до конца. Я просто видела тех пациентов, у которых немножко что-то получалось, но по каким-то причинам они решили, что для них это либо больно, либо некомфортно, либо, ну, другие есть причины на это, и они не продолжили свое лечение. Но если вы решаете, что этот способ ваш, нужно все-таки доделать это дело. Я очень благодарна, хочу поблагодарить Александра Горецкого за то, что он есть, за то, что он сделал такое благое дело для людей, открыл академию. Хочу поблагодарить его семью, потому что все они участвуют в работе академии, и тех работников, которые
работают, делают массажи и процедуры. Спасибо вам всем за то, что вы есть, и желаю вам счастья, здоровья и удачи. Добрый день всем! Меня зовут Степанова Светлана, я из Москвы. Приехала в Свободице ровно год назад. За этот год я приехала сюда третий раз, практически пройдя 2 полных курса лечения. Результат меня ошеломляющий. 10 лет назад я заболела неизлечимым заболеванием крови. Параксимальная ночная гемоглобинурия с апластической анемией. Это заболевание не лечится, и врачи полностью отказываются от лечения, потому что идет полное разрушение эритроцитов внутри сосудов. Все эти 10 лет я продержалась только на трансфузиях, на переливаниях, вливаниях крови. Практически через 1,5 месяца мне вливали до 1,5 литра крови. Это происходило не одномоментно, это в течение месяца вливают по 200-300 грамм в день. В результате, конечно, были отклонения в самочувствии. Конечно, я себя неважно чувствовала, потому что гемоглобин низкий, я не могла быстро передвигаться. Но я старалась вести нормальный образ жизни, естественно, у меня был упадок сил. Все эти 10 лет я надеялась, что я найду другой способ излечения. Но куда бы я ни обращалась, результат был минимален. Я ездила в Индию, я была в Китае, попробовала китайский метод лечения. В принципе, кто-то что-то помогал, но полного результата, который я хотела бы получить, я не получала. В итоге год назад я по слову «полярность» нашла в интернете Александра Горецкого. Через месяц мы уже с ним встретились, и, в принципе, я прошла первый курс. После первого курса были хорошие результаты, но еще как-то не совсем это чувствовалось. После второго курса результат удвоился. Наблюдали меня здесь польские врачи. Сейчас, приехав третий раз, я была на консультации. Он сказал такую фразу: «Если бы я не видел прежнего результата, я бы не поверил в этот. Это просто чудо». Сейчас, на данный момент, у меня гемоглобин восстановился практически до нормы. И самочувствие, естественно, совершенно другое. Я не переливалась целый год. Я сейчас чувствую себя совершенно здоровой, и энергетика, и мое внутреннее состояние совершенно отличается от прежнего. Сейчас я просто здоровая. Я уверена, что, пройдя этот путь, что если лечение Александра Горецкого помогло при моем неизлечимом диагнозе, то практически любое заболевание можно вылечить. Теоретически любое заболевание может поддаться, потому что в лечении Александра задействован иммунитет. Поднятие иммунитета способствует оздоровлению общего состояния организма, и организм сам уже справляется с теми проблемами, которые есть внутри. И это замечательно, потому что, не используя никакой химии, не используя вредного воздействия на организм, вы становитесь совершенно здоровы. И поддерживая себя в данном состоянии, я думаю, что можно достичь еще больших результатов. Дерзайте. Те, кто хочет быть здоровым, пробуйте. Я надеюсь, что и знаю, что Александр может помочь очень многим людям. И если у вас есть даже небольшие, кажущиеся для вас недомогания,
они могут перерасти в очень большие проблемы. Не допускать этого момента. Проще восстановить, проще поддержать здоровье, чем его восстанавливать. Это просто мой опыт. Я хочу с ним поделиться с вами. Еще хочу добавить, что если кто-то боится приехать, преодолеть большие расстояния, думает, что это не даст того результата, который вы ожидаете, я могу вас разуверить. Здесь вы получите воздействие на свой организм уникальным методом. И этот метод практически не используется в других клиниках. Я могу это сравнить как курортом, но с индивидуальным подходом. На своем примере могу сказать, что после тромбоза глубокой вены у меня полностью восстановились вены. Варикоза никакого не осталось на данный момент. И полностью восстановился гемоглобин. В медицине это практически невозможно. Но есть результат. И я желаю всем добиваться своего результата. Все возможно, все в ваших руках. Когда я первый раз позвонила, и когда мы долго разговаривали, я рассказала о своей проблеме, я спросила у Александра, можно ли вылечить данное заболевание. Он ответил мне сразу, что можно. И я подумала, как-то странно, все отказываются и сразу говорят, что это сложно, что это невозможно, что это может быть, может да, может нет. Но настрой Александра в то, что это возможно, раз, что это, что мы добьемся этого результата, два, и его целеустремленность и надежда как дали мне веру и надежду в это. И приехав на первый курс, я не обманула себя. Я добилась полностью результата того, что я хотела. И я почувствовала полностью поддержку энергетическую и духовную в своем, в своей правоте, в своем излечении. И самое главное, что есть результат. Метод Александра хорош тем, что восстановление идет полностью. И неважно, какая степень запущенности данного заболевания, все происходит через восстановительно-воспалительный процесс. В процессе пребывания здесь я видела девочку, которая болела красной волчанкой. Результат потрясающий. Видела маленьких детей, которые болеют ДЦП. Маленькую Дашу, которая приехала вообще никакая, не могла встать на ножки. И вдруг вчера я услышала, что она прошла сама с мамой за ручку 1,5 километра до магазина, вернее, с магазина Теска. Это потрясающий результат.